Но доброго времени суток, дорогие детишки, стримчанский. Поскольку Мор Утопия что-то как-то не зашел, ибо там ни хрена не происходит. Сегодня в 7 по моему времени, и стало быть в 7 по Москве, я в прошлый раз едва не забыл, точнее забыл полностью, что время сравнялось, но ты не забывай, пробуй. Будем играть в Spec Ops The Line, что является себя... Вроде 3D этот шутер от третьего лица, да? А следовательно, можно ожидать некоторую степень повторности происходящего и однообразности, скажем так. Но говорят, там сюжет неплохой. Вот за это мы и будем посмотреть. Игрушка не новая, понятное дело. Но раз мне ее подогнали известные люди... В узких кругах. На халяву, хотя она и так стоила 5 евро. Ну, 5 шо сэкономить тоже неплохо бывает, правильно? То почему бы и не поиграть? Опять же, сюжет заценить надо. Правда, я немедленно узрел да нельзя претензиозный титульный экран игры, что меня уже, несомненно, радует. Чувствую, оттуда можно будет извлечь какое-то количество фейспалмов, если так пойдет дальше. Ну, а о том мы узнаем чуть позже. Так что заходи, пробуй, если захочешь. Конечно. Ну и до новых встреч в эфире, граждане.